новые ребятишки. И они тоже хотят на острове встречать Новый год. А если я буду с вами, то тоже будет их учить. А пусть и сказки переучит. Он у нас дисциплинированный. А кто же тогда будет помощником корабля? Кто-то там что-то мягкий. Что где он? Он очень близко, просто он очень волнуется перед первой встречей со своей командой. Ребята, давайте поддержим его своими аплодисментами. Улыбнитесь, ведь улыбка — это флаг корабля. Корабля, корабля, подтянитесь, только свет покорять. Yeah.
В эту сторону. В эту сторону. И опять в эту сторону. Снова в эту. Молодцы, ребята. Хорошая работа. Я тебе раскачаю! Ребята, возьмите за руки и делай, как я!
Дети? Где матросы? А нет матросов. Почему? Они все с горя за борт попрыгали и утонули. Эх, жалко, даже стрелять не успели. Зато теперь на выкуп дадут по шее. Господчики, давайте хоть вот этого настрелим. Ничего я не опоздал. Их только что здесь видели. Были пираты.
Ловил меня везде. Теперь я белый зайчик, под елочкой скакальчик. Я веточкой питаюсь и прыгаю везде. Mm-hmm.
Причина острова Банана. Здравствуйте! Я шлю вам братский привет из города Санкт-Петербурга. Вот опять! Что опять? Там уже этих братских приветов. О, подарки одному. Будут вам и подарки. Вначале я хочу поговорить с матросами корабля. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Как добрались? Хорошо! Как вам жители острова Бананан? Нравятся? Да! А как вы думаете, стоит ли им дарить новогодние подарки? Да. Стоит! Тогда помогите мне! Представьте, что у вас в руке волшебная палочка, и по моему сигналу повторяйте за мной. Рибли, крабли, бумс! Все готовы? Тогда 3-4! Рибли, крабли, бумс! Елочка, красавица, раскачали океан, вот